Привет, друзья, я Долгов Михаил. Сегодня мы продолжаем тему шестнадцатых. И сегодня у нас на рассмотрении четвертая шестнадцатая. Первые три мы рассмотрели ранее. По ссылочкам переходите. Итак, я буду использовать волшебное слово «такадыми». С помощью него я буду считать четыре шестнадцатые. Первую, вторую, третью, четвертую. И буду делать удар в данном случае на четвертый слог. Три, четыре. Такадыми. Такадыми. То есть четвертый слог — это место четвертой шестнадцатой в четвертной ноте. Ноты мы тоже рассматривали ранее. Ролик про пиццу. Там будет вкусная, замечательная пицца. Будем ее кушать. Итак, поехали. Три, четыре. Такадыми. Проделаем то же самое в два раза быстрее. Раз, два, три, четыре. Такадыми. Сыграем четвертую шестнадцатую в ритме с добавлением хай-хета. Хай-хет играет все четыре шестнадцатые, а большой и малый барабан поочередно будут играть четвертую шестнадцатую. Три, четыре. И сейчас будет сложная задача, выполнить которую вам поможет просмотр предыдущих уроков, потому что все четыре шестнадцатые мы рассмотрели там. Сейчас в каждой фразе большой-малый я буду поочередно переключаться с первой шестнадцатую на вторую, на третью и на четвертую. Поехали. Три, четыре. Вот что получилось. Теперь сыграю брейк ровно так же. Значит, по 4 удара сыграю на первую шестнадцатую, по 4 удара на вторую, по 4 на третью и по 4 на четвертую. 3, 4. Ну вот, мы познакомились с четырьмя шестнадцатыми. В следующих роликах мы продолжим рассматривать другие комбинации очень подробно, в деталях. Думаю, вам будет интересно. Лайкайте, жду ваших комментариев. Спасибо большое.